Итак, всем привет, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, и сегодня у нас игра «Битва замков», как это ни странно, и будем мы ролить героев. Просто потратим 17 тысяч самоцветов, почти 18 тысяч самоцветов, чисто так вот на ролл героев. Также откроем три специальные карты, мы находимся на аккаунте игрока под ником Муслим Чечен и прорекламируем его гильдию, которая совсем недавно открылась, называется «Стражи Галактики». Так что, ребятушки, если вас устраивает босс 21.00, то смело вступаем, гильдия новая, только развивается. Я думаю, что даже если у вас мало силы, вас все равно примут, можно вместе прокачать гильдию. И также хотелось бы сказать, если вы хотите предоставить свой аккаунт мне на роллинг, или даже не мне, то все ссылочки будут в описании под этим видео. Там еще и моя группа, на которую можно подписаться. Ну а мы погнали, давайте-ка посмотрим немножечко на данный аккаунт, что же он из себя представляет. 80 тысяч силы, король. Так, нужны демагеры, Влад в первую очередь, Гаргул и, конечно же, тоже необходим Дрейк. И я думаю, что здесь много героев, которых нужно выбить. Конечно, еще очень важны повторки, но посмотрим, что же нам сегодня дядька Рандом принесет. Вот я уже вижу, что нету Гарпии, я вижу, что нету новых героев. Короче, для творчества у нас огромнейшее количество места. Просторы просто неограничены. Потому давайте не будем терять время и погнали. Так, ба-ба-бам, алтарь, кстати говоря, давайте посмотрим на склад. На складе нету героев. Хотя давайте, знаете, сразу три специальные карты откроем. Погнали. Раз, два, три. Ну, не знаю, арес приди, повторка ареса приди. Тыква, повторочка тыквы. Я думаю, что хозяин тоже как бы обрадуется, потому что здесь тыква, я надеюсь. Да, здесь она первой эволюции, повторка тыквы как нельзя будет, кстати. Так, давайте посмотрим на талантики. Так, берсеркер здесь стоит хорошо, но надо как бы 4,8 или 5,8. Так, друид оживо. Да, с талантами тоже все грустно, но ничего, в принципе, они расставлены правильно, правда, к сожалению, они маленькие, нужно покруче ловить, вот, ну, я надеюсь, что в будущем Муслиму Чечену повезет. Так, сюда бы тоже реанимацию поставить, здесь разброс тоже хорошо, но видите ли, третий разброс, он как бы, он просто, понимаете, он от своего удара заряжать не будет, а отнимать толком ни хрена не будет. Так, ну, за счет умения, если только своего. Так, а дальше у нас очень скучно, скучные герои, что тут можно сказать? Ну, давайте выбивать. Так, Атлантикору тоже бы ремочку выбить. Но сегодня мы таланты ролить не будем, будем просто ролить героев. Погнали, так. Па-па-пам-пам. Фея, нормально. Так, что, еще дашь? Ну, нет, не дал. Феечка нам выпала, феечка. Интересно, места тут полностью заняты. Так, тут... вот у нас еще тут дохрена мест. Разработчики неудобно сделали с этим алтарем. Теперь не видно, сколько мест свободно. И мы можем наблюдать картину, что здесь на этом аккаунте феи не было. Давайте возьмем, сейчас откроем фею, вообще посмотрим. Вообще посмотрим, что там за талант. А вдруг там берсеркер или бог войны для битвы гильдий. Ну-ка, феечка, давай нормальный талантик. А то, видите ли, на этом аккаунте нету ни одного нормального таланта. Нужно как бы все-таки подсобить. Блин, бастион 1.8. Ну что ты будешь делать? Ладно, друзья, погнали дальше. Так, нанять за самоцветы 150. Так, шаман, студенистый, циклоп. Давайте 450, еще 450. Ни хрена. Так, ну что, я надеюсь, сегодня рандомчик, дядька рандомчик не ограничится только на одном сраном фее. Вот так вот я правильно русский говорю, знать хорошо. Бульдозера здесь, походу, тоже не было. Не самый крутой герой, но сам факт заключается в том, что его не было, и он теперь бульдозера может прокачать и также смело его использовать в забытой битве. Я думаю, что хозяин данного аккаунта тоже сильно не расстроится. Тыкву открывать мы не будем, она пойдет как повторка, нету смысла ее открывать, прокачивать и потом для эволюции использовать. Пускай лучше лежит на складе, а вот бульдозера мы откроем, потому что это недостающий герой. Ну что, если там выпадет какая-нибудь коррозия или ярость небес, будет очень неплохо. Ну или хотя бы утекашечка. Реанимация 4.
4.5, да что ты будешь делать? Жесть. На бульдозере Ремка, ну, как бы есть всякие разные любители. Давайте еще пытаться выбить кого-то. Фея, вот прям на эволюцию вторая фея выпала. С чем я могу хозяина и поздравить, но мы ее открывать сейчас в алтарь не будем. Лучше пускай она будет на складе, потом, как бы, зачем ее прокачивать, если ее потом со склада возьмешь, и все. У нас осталось 10 тысяч самоцветов, не знаю, давай потрясем экраном, как в старые добрые времена. А, тут у меня по заветам сагильдийцев, давайте, знаете, что сделаем? Так, 890 тысяч значков почета, конечно, на начальных аккаунтах значки почета вообще пипец как нужны, да и, в принципе, на всех аккаунтах значки почета пипец как нужны. Но мы, знаете, что сделаем? Давайте 3 раза рольнем за значки почета, и, может быть, нам благодаря этому придет удача, и мы еще кого-нибудь выбьем. Смерть. Ну, что, тоже для эволюции пойдет. Смерть на битве гильдии можно использовать. Почему бы и нет, господа? Еще раз потрясем экраном, не знаю, ну, давайте сейчас в королевскую битву зайдем. Блин, у меня тут даже нету рядом никаких читерских очков. Странно, а чё ты так игру слабенько фармишь? Героев-то, героев ролить сдаёшь аккаунт, да? А аккаунт сильно не качаешь, 80 сапожков. Нужно фармить королевскую битву, фармить руны. Вот, они очень нужны, так что давай не расслабляйся. Если задротишь в битву замков, то нужно задротить. Точнее, если играешь, то нужно задротить. Вот, Atlantic Core, ну, хрен его знает. Ну, типа, как повторка, хрен. А, давай нам демагера, Влада, у нас 7000 самоцветов осталось, ну давайте попробуем, давай по три, вот как я люблил. Ну что ж ты будешь, 6000 самоцветов осталось, ну давай ты уже дай нормального героя, елки-палки, ну, гигант с холма, тритон, кристаллический, цепклоп, ничего хорошего нету, я не знаю, давай потрясем экраном. Потрясем экраном, потом зайдем сюда, вот так вот поделаем. Может быть, нам благодаря этому повезет. Тут еще 9000 значков кулачков. Нормально. Так, ну, даже 3000 самоцветов. Ну, елки-палки, а. Выбили двух недостающих, но как бы хотелось бы какого-нибудь крутого. Елки-палки, 3000 самоцветов. Ладно, давайте сейчас будем экономно. Раз, два, три. Ну, раз, два, три. Сука. Ну что ж ты будешь делать? Раз, два, три, четыре. Химера. И что, все? Блин. Давай еще раз. Раз, два, три. Так. Раз, два. Триант. Химера, триант, две феи, бульдозер, смерть. 6 героев выбили за 18 тысяч самоцветов почти. Даже, может быть, больше 6 героев. Вот. Но сам факт, что только 2 недостающих выбили. Давай посмотрим, триант здесь был. Кстати говоря, здесь и трианта не было. Но, к сожалению, демагер никакой не пришел. Химера здесь была. Вот как раз выбили повторочку для эволюции. Ну, давайте тогда трианта откроем. И будем надеяться, что у него там будет 4.5 ремка. Или 5.5 ремка. В принципе, идеальный для него талант. Ну, или хотя бы просто живочку какую-нибудь. Ну, хотя давай ремку давай. Давай ремку. Давай. Болеем. 2.5 ремка. Блин, я уже думал, такая 5.5 ремка. Думаю, вообще круто, Сашка, молодец. А нет, Сашка не такой молодец. Ну, в принципе, ребят, на этом все. Я не знаю, удачно это роллинг или нет. Я буквально на днях ролил там на 20 тысяч самоцветов подписчику, и там упало намного меньше героев, а тут за 18 тысяч упало, я вам так скажу, нормальное количество героев. Просто вместо редкого бульдозера мог бы упасть редкий Влад. Вот, вместо, допустим, не знаю, второй феи мог упасть Гаргул или там Капитан Дрейк. Или еще какой-нибудь новый Медуза. Вот. Ну, а на этом все. Я вам скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Пожелаю вам, как всегда, удачи. Не забываем подписываться на канал. С вами был Сашка. И всем пока!